Премия «Человек года» вручается на Гомельщине с 2008 года. С тех пор ежегодно почетное звание получают жители из разных районов области, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Лауреатов премии определяют в 7 номинациях: руководитель, лидер, призвание, мастер, открытие, человек на земле, служу Отечеству. Традиционно награждение лучших из лучших приурочено к празднованию главного праздника белорусской государственности – Дня независимости. За 13 лет существования этой традиции звание «Человек года» удостоено около 100 жителей Гомельщины.